Хочу эскейп. Да, я понимаю. Надо покурить. Бля. Все, из GTA выходим, да? Пацаны, завтра мы едем на International какой-нибудь там. На International. Чисто отвечаю, в 2 очка ебем Нави каких-нибудь там, или не знаю, сюжетом. Блин. Ну, слушай, круто мы их, конечно, вообще просто ништяк. Сработали. Офигеть. Ну, я под конец уже тоже придроклась просто немного. Уже хотя бы понимаешь, какая машина. Ну да, как... Офигеть можно просто. Мне нравится, как последний раунд чисто вдвоем стали, типа, нет-нет, иди нахуй. В смысле, типа, это кровный задний. На, блядь. В натуре сильно. Бля, я сейчас хочу посмотреть. Вы уже все, да, вообще? С концом. Да, я просто... Я пока это, пока еще просто посмотрю. Я хочу посмотреть, что там можно купить, блядь, одеть, надеть. А, ну да. Там же просто в свободной игре можно, да, это какой-нибудь сделать? Конечно. Угу. Ты можешь там сам дать это делать. А, ну или да, если у тебя нет, то да. Здесь еще, кстати, вам, да, вы вовремя зашли, потому что здесь же до 15 числа, если вы зайдете... 30 тысяч, да, там, до 21 числа вам дадут. До 21 октября. А, дадут еще что-то? То, что мы, потому что мы зашли или что? Да, просто потому что зашли до 15-го, ну, с какого-то там, я не помню, когда это началось. Ну, у меня сейчас уже, по-моему, что-то там больше 300. Не, ну там, да, там, когда в игру зайдешь, там черный экран будет, и будет написано, на ваш счет перечислено 30 тысяч, и все. Как типа купить какую-нибудь хату? Ну, вот через мобильник, вот этот интернет, и там, типа, пропити, или как там, рилс. Как вообще узнать, есть ли у меня дом? Бля. Не знаю, можешь просто М нажать. М, как мудак, Михаил. И потом стрелочкой искать, типа, гараж или твою квартиру. Я не знаю, как. Слушай, ну, на карту если так. Yes. Слушай, я не знаю, как тебе понять, есть ли у тебя квартира. Я где-то на набережной брошенный стою, да. О, секунду. Так, а такси же можно вызвать, да? Так, да. Так, это отбой, контакты. Ебать, хуй пойми.